Забавный майстер-клас по тушению пожару, экспресс-курс молодого бойца для наставников. Столичный детский садок на день переутворился у лагерь по подрыхтовце юных ратовальников. Супрацовники МНС в гульнявой форме нагадали маленьким меньшанам правила пожарной небеспеки и продемонстрировали у справе ратовальную технику. А тушение пожару перетворилось в соправдное представление. Нагадаю, акция МНС у центра уваги дети зараз отбывается по всей Украине.